Всем привет, и вы на Черничном хуторе. Друзья, мы всегда свои видео начинаем утром и заканчиваем ночью. Но этот ролик мы, наверное, начнем вот вечерком. Почему? Да потому что, смотрите, мы выпустили всех из электропастуха. Поросята есть, Зинка есть, Бочка есть, а Панталона с пищалкой нет. То есть Панталон с пищалкой остался в электропастухе. А зачем? Походу пищалка рожает, а Панталон роды принимает. Пришли вместе, посмотрим. Я сегодня, когда их выпускал из сарая, вот здесь было вот такое вот гнездо. Вот. То есть она, походу, хотела родить в сарае ночью, но я их выпустил, закрыл в электропастухе, и она, походу, делает гнездо там. В электропастухе идем, посмотри. Гик довольно идет с нами, а мы пойдем в электропастух. Собаки наши в электропастух вообще никогда ни под каким предлогом не заходят. Они его боятся. Зови его. Кого? Дика, пойдет. А, Дик, иди ко мне. Пошли. Иди ко мне. Так, я отсюда вижу, что Панталон на той стороне гектара, вот его... Белое пятно, видите? Чтобы была пищалка, то мы бы не заметили бы. О, где-то там куста. В конце, идем. Что-то там они чудят вдвоем. Что он там делает? Троит или? Вот он. Панталон, где пищалка? О, Панталон здесь вырыл яму зачем-то. Панталон, ты что тут делаешь? А? Убежал, ты поросята лезут. Капец. Один задохнулся, что ли? Этот все нормально, вот тот, наверное, сдох. Все, этот будет жить. Дыши. Вот так выплевывай. Их нужно ждать, сидеть. Потому что вот они вылазят и захлебываются своей же. Все, этому хана. Да? Блин. Он какой-то маленький был. Дик на той стороне электропастуха стоит. Заглядывает. Панталон, ты слабый акушер. Вот видишь, я нормального привел, и дело пошло сразу. Давай. Наверное, здесь тоже гнездо такое сделала, что успела. Давай, еще идет. Я на это смотреть не могу. Ой. Давай, дыши, давай. Дыши. Все, будет жить. Ой. Да? А что с ним? Дыхай. Чего он сразу дохнет? А, не. О, давай, дыши. Рюндель, давай. Давай, откашливайся, давай. Хорошо, видишь, нос забит полностью почему-то водами этим.
видишь, бульки тут. Так. Он уже надышался там, да? Угу. Давай, 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 дыши, уже один сдох, блин. Уже не должны дохнуть, я ж уже тут сижу. Уже не должны. Дыши, дыши, дыши. Выплевывай все. С носика выплевывай. Аж язык достает, да? Да, видишь, какие бульки идут. Чуть не задохнулся этот тоже. Угу. Дыши, дыши. Вот так. Во. Иди панталон домой. Все, беги, беги вот так, да. О, побежал. Все. Убежал уже, все. Он уже, я его сменила, он пошел домой. Да, думаю, пост сдан, можно идти домой. Последний задышал? Да. Фу. Очень важно сидеть над ними, потому что всякие случаи бывают. Ну да. Не успели чуть-чуть и все. Это а еще видишь, ни гнезда не сделано, ничего. Не, ну он такое полугнездо какое-то сделал. Ну он был такой слабенький какой-то, видно, самый маленький. Маленький. Он, видно, упал, знаешь, все забито и нечем дышать было, и все. Сегодня еще утром было нормально, сейчас угловой столбик. На него самая нагрузка была. Сгнил и упал. Будет заменить. Назад прибежал. Панталон, иди сюда. Ну как ты думаешь, сколько будет? А сколько сейчас? 8. Нам бы хватило бы уже. Уже от 4, 5, 6, 7, 8. У нее больше темных. Но. А у Зинки больше светлых. Панталон, иди сюда. Папаня. Помощник, да. А что мы с ними сделать будем? Что мы оставим их здесь на улице, ночью будет холодно? Я думаю, мы сюда соломы настелим им и ее оставим. Потому что она не встанет. Она сутки не встанет, она будет лежать. То есть, если мы их сейчас заберем, то она не сможет за нами в сарай назад прийти, да? Да, она не пойдет. Давай тогда смотри следующее. Я сейчас пойду схожу за плоскогубцами, что отрезать клыки, и привезу тачку с соломы, сена, с которого она гнездо себе сделала в сарае. Угу. И мы их накроем этим сеном. Клыки обрежем, а уже перенесем... Не сегодня, в другой день, когда она уже окрепнет. Давай, давай. Видишь, как он перечает. Все нормально? Апельсины, лимоны принести может. Как настоящий мужчина такой. Такой маленький, с таким голосом, да, с таким басом. Thank you.
Что здесь? А, ну вот, смотри, как она эти ветки погрызла, видишь? Она здесь тоже гнездо готовила? Ну да. Здесь не с чего было особо. Ну что, родились еще или нет? Нет. Ну и не надо, хватит. Мы восьмерых это уу. Ну такие чумазые-чумазые на улице. Пчелка идет. Пчелка, иди знакомься. Пчелка рыбы хочет. С маленького пруда, чтобы ей достал. Ну все, тогда обрезай клыки. Сначала белым, потом черным. Засыпем соломой и пойдем домой. Тихо, мамка не должна услышать даже. Тихо. Сколько, троих уже? Четырех? Ой, уже пятый, по-моему, или шестой. Сейчас я уже запуталась. Я уже сейчас... Все, все. Все, накрывай их соломой, пошли. Я думаю, больше родов не будет. И я так понимаю, что Панталон будет их всю ночь охранять здесь. Думаешь, не пойдет? Не, не пойдет. Уже, чтоб хотел, то 5 раз пошел бы. Сейчас. А не, уже опять собирается уходить. Он то отходит, то назад идет, да? Ну. Сейчас я им чуть-чуть подстелю здесь. Штаны. А, им... Чтоб от земли холод не шел? Ну, а потом... Я из-за вас без штанов остался, ребята. Они ж тут пока будут. Сутки точно. Не отходя. Так, иди на место. Иди никуда. Думаю, сейчас опять я не буду. Сейчас то тепло. Сейчас где-то плюс 12. Но ночью будет, если холодно, то чтобы не замерзли, в солому закопаются и будут сидеть. Если будет плюс 5. Ей тоже, кстати, холодно сейчас. Я взял вот эту солому именно оттуда, где она сделала себе гнездо в сарае. Сейчас так пообкладываю, чтобы они не вылазили никуда. А то еще поползут. Такие они дурные. Если они через 10 секунд после родов знают, где тепло и где сосок, то нет, точно... ты знаешь, могут залезть куда-нибудь. Она могут ей под лапу, где-то под спину залезть, она может лечь на него легко. Толкают, вставай, пошли домой, да? Заходи, не Гриша, белка, заходи быстро. Ага, поесть дать.
утром, да, быстро с сарая сказал. Пошли. Mm-hmm. О, кушай! Идите быстро сюда. Все заходим. Все, заходим, заходим, заходим. Все, спать. Все, 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 спать. Все. А где индюки? Я не знаю. Это Зинка, это я. Панталон так и не пришел на ночь тоже. Панталон не пришел, индюки, индюки где-то. Вот так щелк у нас. На домике, может? На домике сидят все. А ну-ка, я вам дам. Они боятся в сарай уже заходить, потому что знают, что их там ловят. А потом пчеловоду или отдают, или везут родителям. То они решили на домике переночевать сегодня. Ну-ка, быстро. Здесь нельзя ночевать. Давай, рыжий. Сейчас включим свет, придут. Айдочка, ай, Найдочка. Что? Лежит. Ночь сегодня теплая. Они даже в солому не залазят, значит, им тепло. Панталон тут с ними. Не уходят никуда. Все живые. Пищалочка лежит. О, пошел. Пошел, повозмущался. И пошел. Иди, иди домой. Жених. Все, пищалка, спокойной ночи. Ох, такая вздохнула. Каждый день крыльцо мы подметаем и моем. Но вот наши три собаки постоянно живут только на нем. Песочница. Псинки. Что? Что? Ты видела, что вы грязь наносили сюда? Булька, Дик. Мне только что так надо строить или три вольера, чтобы была чистота. Или тротуарную плитку ложить, чтобы они вот этот песок не носили вот сюда. Что будем делать? Плитку. Завтра займусь. Пошли, выпустим всех животных на улицу. Индюки у нас как с домика вчера спустились, так на улице где-то в лесу и переночевали. Забежали в лес и вот проснули. Ну, ладно, павлины ночуют на улице, утки ночуют на улице. Представьте, вот посреди леса птица ночует на улице. Если честно, мы когда жили в деревне, у нас постоянно на птицу нападал то коршун, то нападал лиса. Лисы так прибегали с кукурузы, что мы так вот ногами их били, а они хватали курицу и убегали. Уток хватали, помнишь? Угу. Постоянно были проблемы. Сейчас живем посреди леса. Два раза за все время прилетал ястреб-теревятник, один раз утенка на наших глазах, один раз курицу поранил. Ну и самая проблема — это у нас Дик, только наша собака только может кого-то задавить. А так, из-за того, что собаки на свободе, они, видимо, метят территорию, лисы здесь никогда не было. Хотя вот пару километров от хутора постоянно видим лисы, бегают.
Тоже коршун не прилетает, потому что мы не дают собаке ему даже приземлиться. Они бегают, как только сразу видят опасность воздуха. А вот эти теревятники, ястребы, они походу, они как-то из леса вылетают. Вот именно с самого леса. И не опасно с неба. И потом в лес назад улетают. Вепер вернулся. Панталон! Иди охраняй дальше. Вернулся тут домой. А он ее пихал в спину, все, чтобы типа она вставала. А он типа пошли домой. Но потом понял, что не пойдет, лег возле нее и лежал. А сейчас утром дожрать охота, довернулся. Панталон, ты че со своей дамой не спал всю ночь? Пришел утром назад. Но нет у него живота, да? Да, он походу смешанный, я вот сейчас уже понимаю, что он смешанный вьетнамец с какой-то большой белой свиньей. Да, с белой свиньей, да. И он такой вот, ну, может мясной будет. Белку. Белка, на дойку, выходи, Белочка, выходи. Сейчас твоих тоже выпустим, подожди, потерпи. Белка, а что тебе на уши мухи не садятся? У тебя такие пропеллеры, думаю, можно было им всю осень кушать. Еще лысые такие, да? Индюшки на улице переночевали, кроме рыжего индюка. Пищалка, покушать так и не вышло. Вот все едят, я ее звал, не идет. Пошли еды отдельно занесем. Она до сих пор, наверное, лежит там в куматозе. Пищалочка, пищалочка, это мы. Ты уже развернулась. Как дела, пищалочка? Мы кушать тебе принесли. О, они уже на солнышке, да, на солнышке твои поросятки.
Чалыч, вставай, надо покушать. Вставай, вставай. Кушай. Ты на лёжа будешь? Уже аппетит у тебя есть, да? Сколько штук? Три. Ну, 8 было. Три белых, 5 черных. О, один еще появился. Получается 9, да? Вот этот странный с белой головой? Вот этот белый. Ну, он вообще какой-то... Его не было. Мне тоже кажется, что его не было. Его не было точно, потому что я могу даже по клыкам сказать. Да, у него клыки есть. 9 штук. А где еще? Подожди. 3, 6, 7, 8, 9. Да, 9 штук. 9, сейчас. Было 2 белых. Да, какой-то родился такой только белый с черной накидкой, интересный. Это причем это девчонка, свинка. Да, свиночка. Куда побежал? Иди сюда. Иди сюда. Пищалка на лежа ест. Причем самый такой интересный класс родился, пока нас не было. Предлагаю ее даже не трогать отсюда, пока она не начнет сама ходить. Ну да, тепло. Даже ночь теплая сегодня была. Плюс 15. Но. Поэтому... Они очень что сразу под, под солому залезут и все, и будут сидеть. А сейчас на солнце им вообще хорошо. Давай. Помнишь, это у пищалки или у бочки было тоже? Родила через сутки. Это у пищалки было в том году. Да. Поэтому то есть, я боялась, что и в этом году так же будет. Ну вот, видишь, было. У молодых свинок, у них роды длятся, ну, 15 минут, там, 30 минут максимум. А у, которые уже взрослые, старые, у них могут роды вплоть до суток растягиваться. Вот у нее уже, видите, второй раз такое. Всех родила, а потом еще одного ночью. Тут им хорошо. Солнце попадает. Тепло. О, встает уже. Там к нам идет. Твои поим, да? Да. Видишь, это у вас одни польские. Одни польские, наверное, по сосняку чисто ходили. Старый лес. Сейчас поедем, наберем краснюков сухих. Сразу сухих. За базар ответишь.
что, как вы думаете, это будут у нас боровики или, или мухоморы? О, молоденькие. Вот такие люблю. Целый? Сейчас, червивый. Уже. Червивый, червивый, червивый. Угу. Ну, кусочек шляпки есть, все, вот, целый всего лишь. Вот, видишь, какой маленький. Да, видишь, и смотри, какая розовая-розовая шляпка. Под осинами вырос. Это не березовая форма. Вот. Будет 100% целый. Вы тут наставляли, а сейчас снимаете на камеру. Потому что никто не находит. Я, Валентина, возьми, это твой. Что там, белый? Да. О, большой. Ну, я не оставлял его здесь. А, как он так не оставлял, и как мы так оставляли. Я тут первый раз. Не целенький. Целенький. Большой и целенький. Везунчик. О, молоденький. И у тебя все целенькие, да? Ну, надо счастье иметь. Ну, никогда бы не подумал, что на горе... Я всегда думал, что надо низину искать, чтобы грибы были. А тут на горе песчаник. А вот еще один. Сегодня твой день. Сергей, а что там надо? О, на полянке, да? Только молоденькие сейчас, да? Шепчемся, потому что много людей. Видишь, один березовой формы, другой осиновой. Бабка на длинной ножке. Вот это удовольствие. Молоденький, толстенький. О, какая, какой краснячок в мху вырос. Ему не дала эта палка вылезти. Валь, вот как хочешь. Вот посмотри на меня. Я хочу, чтобы ты сегодня пожарила грибы без отварения. Просто вот пожарила и сметаной сделаешь. Давай, сделаем. Давай. Они да пахучие-пахучие будут. Давай. И ты знаешь, молоденькие и целые бабки, да? Вот бабочка. Вот бабочка. Вот бабочка. А интересно, вот здесь что вы думаете? Мне кажется, краснюк или, или сыроежка. Ну-ка. Что это? Белый. Как белый, не? Нет. Как? А, ага. Краснячок. Угу. Вот. Росли все вместе. О, здесь сколько бабок, смотрите. Раз большая бабочка. Бабка это подберезовик. А бабок еще по-другому называют. Два. Три. В кустах никто не зашел. И здесь они... Успели вырасти большими. А вот там еще две. Вот эти уже молоденькие, красивые. Такие будут 100% целые. Сегодня Валька у нас 27 лет совместной жизни.
что там? А я такую красоту нашел, друзья, такую красоту. Ну? Идем покажу. Показывай. Слышите, как осина шумит? А под осиной растут подосиновики. И посмотрите, какие красивые. Раз, красавец. Два, три, четыре, пять. Ничего себе. Пять штук в одном месте. Все себе. Это я тебе показал. Ты слышал? Все себе. А, ты куркуль. Вот это самый красивый, от которого сердце замирает. Вот. Молодой. Жух, смотрите, какой целенький будет. О! Этот чуть-чуть красивый. Погрызл кто-то. Два. А эти уже немножко постарели. Давай. Иди сюда. Самый большой. О. О. Пять штук и все целенькие. Я даже пару лисичек нашел. Ты так обрадовался им. А вот из этих подосиновиков, походу, подберезовик растет. О, или это тоже подосиновик? Подождите, не могу понять. Похож на подосиновика. Наверное, тоже подосиновик. Вот из-за того, что не хватает им влаги и много солнца, то они такие непонятного цвета. Да, не поймешь, что это. Тоже краснёк. Угу. О, какая шляпа. Большая. Сейчас бы и в Польске не заехали домой, так что цветов не собирали. В Польске тоже не знаю. А весовой, да, не взяли. О, мы сейчас забыли, да, Булька, тебя. На, Валик, чуть-чуть Сереге, чуть-чуть тебе, потому что нам чисто двоих. Булька, нельзя. Все, Булька, что такое? Вот это хватит нам. Что тебе? Я надеюсь, вы не зря потратили время. Нет, нам не интересно, Сереге интересно было. Вы к нашим местам больше не ездите без нас? Не-не-не, мы с вами только будем ездить. Потому что, ну, ты смотри, если я вас там замечу, я капканы поставлю на своих местах. Хорошо, хорошо. А я растяжку поставлю. Чтоб только пришел кеды, выкинул калоши, выкинул. Надо было бы ворота помыть. Или уже Ваня приедет завтра, а то будет машину мыть, заодно ворота сполоснет. Машины у нас в гараже нет. Не загоняем. Потому что надо сначала доложить еще два ряда плитки. Зафуговать, и тогда уже будем хранить здесь машину. А сейчас она даже не возле дома, мы ее заезжаем далеко-далеко в лес. Машину загоняем поглубже туда. Тут она стоит в теньке, на нее не залазят павлины, индюки. Хотя были случаи, что и козлята залазили, но на пчеловода машину. С Астрахани мы вернулись не только с пробитой лобовухой, но и с грязным салоном.
Надо снять эти накидки и постирать их. Уже полгода не стиранные. У нас салон белая кожа, и без этих овчин никак. Мы же не можем в такой салон постелить зеленые или синие какие-нибудь чехлы. Вот только такие белые накидочки. Так, вот это Валина. Тут сразу видно, что Валя сидела. Вот это почище, это Димина. Но все равно черное. Вот это что у тебя, Валентина, такое? Это мокачина. Нечаянно. И что, перед тем, как постирать, может пятна выводителем, отбеливателем залить? Может, давай гелем Изиклин и в машинку зальем и закинем. То есть наверх сюда Изиклин, да? Давай. Угу. Я хочу, чтобы у меня вот здесь вот это вот было такое, как тут. Вот, вот такое хочу. Получится? Я думаю, получится. А ты тоже такой себе нечистенький. Слушай, а что ты мне свои волосы подкидывала? На мои седухи вообще. Что ты в моей машине сидишь? Что ты на моей плитке стоишь? Так и расстаются семьи. Распадаются. Есть у нас такой гель для стирки концентрированный Easy Clean. И он не просто есть. Он у нас еще будет долго, придолго, придолго. Потому что таких колпачков тут на стирок 200. И в машинку. Кстати, кто-то мне шоколадку чуть-чуть проронил сюда. Вот капельку, капельку. Валентина, тут написано, что гель подходит как для ручной, так и для машинной стирки. Иди на реку стирай. На самом деле, вот так вот, в таком вот, вот так вот мы и закинем в стиральную машину. И достанем белое, снежно-белое. Да, ну, слышишь, ты уже не выпендривайся, сейчас достанем два сухарика грязных. Нам нужно очень чистые-пречистые накидки. Поэтому давайте еще на всякий случай. Потому что тут у нас случай запущенный. Сюда колпачок еще один. Закрываем. Будет стираться только накидки и больше ничего. Пахнет очень приятно. У нас хоть чехлы и белые, но этот гель подходит как для цветного белья, так и для белого. Вот окунь тебе. И вот красная пёрка. Ты наелась уже. Надо красноперку. Раньше я, когда красноперку ловил, я ее назад отпускал. А теперь, после того, как мы в Астрахани, у меня она клюнула на блесну, то я уже окончательно решил, что это хищник, и не надо больше нам хищников. И так хищников достаточно у нас в сажалке. Я им уже сегодня продал пару карасей, ты видишь, они уже не хотят. И окуней пару штук дал. На, кушайте. Объелись уже карасями. Больше-то ловить не буду сегодня.
Зинкины уже большие, а эти малюпасики. Зинка понюхала, это не ее. Сколько Зинкины больше. Так что, я их только помою? Да, просто хорошо. Или их вымыть не, мыть не надо даже? Не, как-то. Мыть надо, вымыть хорошо. Как даже говорят, солью хорошо. Грибы такие выцвешили, что не поймешь, где краснюк, где подберезовик. Ступеньки опять подмели. Утром опять будут у нас они грязные, да, пчелка?
Ох, вам нравится всем на этих ступеньках лежать, что собакам, что тебе. А у нас с вами еще есть важное дело по дому. Кажется, что дом доделан на 100%. А вот такие отливчики все долгое время не мог заказать, а сейчас все не было времени их установить. Вот у нас есть такие металлические отливы. Так, этот большой, пару маленьких. Вот их надо как-то вот так вот нам установить сюда. Не сколько от того, чтобы вода сюда подала, влага, а сколько от того, чтобы хоть какую-то законченность, вид появился, чтобы и она такая больше декоративная. Соленую воду закидываем капусту. Наверное, Сальшан как раз приехала недавно, которую высаживали в августе. Просто помыла. Да. Так как ты сказал. Давай. Это вот здесь мешает загнать цемент. Надо его сейчас, эту фугу, поотбивать. О, видишь, сколько воды они пускают? Фишка на темная. Ну и что? А так она светленькая. Она сейчас выкипит. Да? Ну, жди. Это где сидел? Ну, вот так вот хочу попробовать. Как-то туда под окно загнать. Вот так вот. Вот. Угу. И будет как бы и отлив, и не будет вот этого вот видно камня. Только закрепить его, думаю, шуруп из силикона, правда? Остановилась. Тут такие штучки Валя накидала. Это, Валя, зачем? Ну, чтобы там волосы не оставались, ничего. То есть на него накручиваются волосы? Да. Первое. Это не здесь кофе было, нет? Нет. Второе давай. А может, мы уже не поймем, где кофе было? Где-то было. Ну, кофе точно нет. Вот вторая. Чистая. Так, теперь даже не поймешь, чья сидушка грязнули Вали и где чистюли Димы. Одинаковые стали. Уже можешь поменять. Вот, полосы все равно остались чуть-чуть. А макачина, я не знаю, где была, где-то здесь. Ну, почти сухое, можно уже, наверное, сразу и в машину стелить даже. Ну, пускай чуть здесь полежит, можно даже на улицу не выносить. Но... Да, они сухие. Друзья, на гель Easy Clean ссылочка будет в описании. Покупайте, и будем с вами вместе чистюлями. Все, пока кипяток погорячее, то надо добавить сыр и чесночок. Чесночок.
расплавленный. Все, готово. Эти подоконники бы держались и на силиконе, но мы их еще укрепим сильно-сильно. Вот так вот. Оп. Просверлили и еще вкрутим шурупчика сюда. О, тогда 100 лет простоит. Закидываем лучок и чесночок. И, конечно же, добавляем домашнюю сметану. Мама, папа, спасибо за сметану. Ну все, вот такие отливчики получились. Раз, не будут попадать осадки на камень. Два, самое главное, это законченный вид. Молодец. У нас дом теперь 99,9% готовности. Осталось только, вот даже плитку положили уже на ступеньках. С обратной стороны и с фасада спереди. Осталось только нам сделать козырьки. И все, и будет уже готов 100% дом. Хотя оператор уже меня терроризирует, чтобы еще плитка вокруг дома лежала. Я пока до последнего возмогаюсь. Плитка и все животные далеко должны быть. И на 9-й этаж переселимся. Давай. Сейчас поужинаем и распакуем еще посылку. Нам пришла от подписчицы посылка. Через Юру договаривались там. И переживают, что там какое-то варенье может разлиться. Поэтому надо сейчас распаковать, успокоить человека и нервы свои успокоить перед сном. На подножном корме. Грибы со сметаной, слушай, какие-то выглядят, какие-то неважные. Раньше как-то красивее выглядели у тебя. Я же тебе сказала, цвет не очень будет. Ты готовить просто не умеешь. Тебе надо учиться еще и учиться. Может, надо, чтобы водичка была полностью выкипела? Так она выкипела полностью, это уже сметаны я добавила. Сейчас скажу. Обожаю вот эти помидоры. Вообще, это все у нас с огорода, можно сказать. Помидоры, перцы с огорода, грибы с леса. Сейчас. Сметана тещина домашняя. Тебе понравится? Реально, грибы насыщеннее вкус. Почти как у рыжиков. Так вкуснее. Я тебе серьезно говорю? Ну, буду так делать, так вкуснее. Отправитель Инна Викторовна из Сочи.
Как ты думаешь, что там будет? Варенье. Это ты знаешь. А ты что думаешь? А я не знаю, что. Даже не догадываюсь, что можно из Сочи для свадьбы. Бинты какие-то. Бинты? Ну. Может, что-то замотали в бинты? Запах какой-то идет. А вот бинты. Читай бумажку вначале. Читай бумажку. Я предлагаю вам 5000 рублей. Выбирайте приз. Как бумажка пустая. И бумажка пустая. Вот это бинта дали, а? Наверное, на заводе бинтом работает. Нам уже хватит на полжизни бинта. Спасибо. Есть письмо. Что-то пахнет. Короче, 9,6 килограмм, из них килограмм 10 мандариновых корок. Честно? Угу. Смотрите. Сделан так, магнит в подарок отрезать ножницами, изготовлено из дела в Абхазии. И вот Абхазия, два магнита с Абхазии. Один магнит, как календарь. Так, 1, 2, 3. Тут перечисляют, что нам так 1, 2, 3. Не читай. Не читаю. Потом сюрприз будет. Вот сейчас вот достанем и потом почитаем. Так, вначале. Вот это. Лавровый лист. Я вот такой купила, повесила там у нас висит. О, он какой-то какие-то листья длинные. Вот. А вообще это лавровый лист? Может, это не лавровый лист? Подожди. Там немножко не такие листья. Тут какие-то они длинные. Ну, вроде бы лавровый. Только действительно какие-то длинные. Вот и цветения тоже такие, какие-то похожие, да. Ну, не знаю. Потом посмотрим. Сейчас почитаем, может быть, это будет написано. Может, это вообще в баню веник. Короче, много всего-всего-всего сушеного. Что с этим делать? Ну, корки мандариновые. Потом почитаем. Ну, в общем, килограмм мандариновых корок. Ну, в чай будем кидать. Давай дальше. Давай. Опять в марле сушеное что-то. Много всего сушеного. Одно, второе, третье. Вот это что сушеное. Сейчас посмотрим. Что-то тут много-много всего сушеного. Сейчас. Ну, я так понимаю, это не яблоки сушеные. Что это? Хурма сушеная. Точно. Честно? Я ее обожаю. Все, откладывай, давай дальше. Дайте поесть. Я тоже хочу. Рекламная пауза. Оператор и монтажер, режиссер уходят на обед. Держи. Обалдеть, да? Вот нам много раз приходили сибирские посылки, да? А вот с Абхазии, вот с юга первый раз. Очень вкусно. Между прочим, у нас мы покупаем такую хурму, у нас на рынке дорогущая вещь. Так, да, варенье вижу, пока не разлитое. Достанем, посмотрим. Вот это вот тоже, надеюсь, не грибы сушеные. Я думаю, такое все, чего у нас нету. Ну да.
Оп, что это? Киви? Нет. А, инжир сушеный, смотрите. Ну-ка. Что тут подписано? Инжир. Не, ну что мы, деревня, что ли? Рекламная пауза. Ты же снимаешь что-то? Да. Мне вот кажется, что какие-то там яблоки, груши сушеные. А вот когда инжир, а когда хурма, это, конечно, обалденно. Мы уже просто приелись к своему, и нам хочется что-то... Это так. Что? Вот это надо было подписать. Что это? Подожди, вот это не отсюда бумажка? Подписано, да. Фейхоа. А, фейхоа. Сейчас. Что? Да выключай, ты дай поесть. Вкусно? Ага, на. Угу. Давай дальше. Как интересно. Так, вот это что? Сейчас посмотрю. Просто, просто так бумажки лежит. А, хурма. Это оттуда отлетело, вот от этой хурмы. А-а-а. Хурма? Ну, мы угадали. Да, кроме фейхуи. Правильно я говорю? Еще что-то, да? Ну, если честно, я бы не догадался насчет фейхуа. И такой вкус какой-то кислый. И мятный, наверное. Мятный, как чай какой-то. Так. Это вот что? Это киви. А, киви, да. Не подписывали нам киви. Вот так, сейчас киви поедим. Киви, киви, киви. О! Блюда в горшочках. Вот, это рецепты блюда в горшочках. Это круто. Это круто, потому что у нас есть и печка, и горшочки. И я люблю блюда в горшочках. А то мы все время там мясо, картошки, грибов на себе накидаем и все. А тут будем сейчас что-нибудь такое готовить. Ну-ка, для интереса. Эльмира Минджитова. Так, блюдо в горшочках. Так. Горячая закуска дворецкая. Горячая закуска трапезная. И вот эти все рецепты здесь. Горячая закуска боярская. Короче, много всего. Вот, 75 страниц блюд в горшочках. Ну вот, придет зима, 75 дней подряд будем готовить. Да, нам еще Светлана, помнишь, выслала две книжки тоже. Будем по всем готовить. Так, когда ее, наступит идешь, зима. Видишь, ее, кстати, можно вот так вот, смотри. Ну вот, поставил где-нибудь, и чтобы так вот все. И будем готовить. Пошли по варенью. Варенье раз. Не протекло. Ну и открою. Аджика. Ух, хорошая аджика такая. Ну, сдала тебе, да? Сейчас надо будет утку готовить сразу под нее. И индюка. Дальше. Ну, сейчас еще посмотрим, что подписано. Ну да, вкусная такая. Такое. Аж захотелось мяско под нее съесть. Дальше. Вот это сухое-присухое. Даже открывать. Точно, эти, наверное, банках не надо даже открывать. Аджику, ладно. Всю вижу. Это, короче, варенье из киви. Так как у нас яблок делают, так там с киви, да. Дальше будет тоже походу с киви, да? Да, тоже с киви. Это я не знаю, что. Но, а что? Я знаю. Что? Видишь, много семечек.
тоже инжир? Угу. А вот это вот большие семечки, это что? Вот. Это не знаю. Орехи какие-то. Угу. Сейчас посмотрим. Ну, сейчас мы еще почитаем. Мы же тут половину сейчас догадываемся. Это будет точно такое же, да? То есть две банки того, две банки того, да? Угу. Но сухие. Так что не переживайте, все доехало. Это будет то же самое, походу, тоже. Тоже какие-то орешки. Ну-ка, да, еще раз нюхну. А, какая она вкусная. А ты банку видишь вообще? Ну да, какой-то человек. Ты сами. Понюхай. А, вкусно так пахнет. Ну. И опять пошло. Вот такой же, как у нас. Не доставай, они очень-очень... отваливаются легко. Огромные большие листья. А, это уже отдельно, без веток. Вот видишь? Какие они большие. И опять ветки. И огромные пять веник. Большой-большой. Мы их подвесим. А такие длинные, как у ивы. Да, листья. У нас таких нету. Так, ну что, теперь можно письмо прочитать. Да, читай. Сейчас я все расскажу. Здравствуйте, жители Черничного хутора. Дима, Валя, Ваня, Юра и его семья. Мы ваши подписчики и постоянные зрители. С нетерпением ждем очередную серию. Мы весной попали на ваш канал. И теперь с удовольствием его смотрим. Канал очень позитивный и заряжает хорошим настроением. Особенно нравится Дима. Он такой хороший и красивый. Там такое не было написано. Ну ладно. Мы уже на пенсии, русские, живем в Абхазии. Также держим кроликов, кур и коз, небольшой огород и сад. Гостинцы сделали, насушили и сварили сами. Лавровый лист собрали. Раз. Первое. Эвкалиптовые венички. Для бани. Я же говорил вам. Дальше. Сушеные корочки с мандарин в чай. Тоже я говорил. Свежие будут к Новому году. Вот. Ну да, свежие будут к Новому году. До Нового года ж надо корочки. Сушеная хурма кушать. Так, остальное можно варить компот. Абхазский лайм к чаю. Абхазский лайм к чаю. Варенье инжировое с орешками и киви тоже к чаю. Mm-hmm. То есть вот это вот инжировое варенье с орешками. Mm-hmm. Будем чай пить. Так, надеемся, что наши гостинцы вас порадуют. Инна и Анатолий. Инна, Анатолий, очень приятно. Да, спасибо за такую посылку. Ну, это действительно такие вот вещи, которые сделаны своими руками, с душой, которые не купить. И приятно такое получать, конечно. И такого у нас нет. Все, выключай камеру, сейчас буду жрать. Спать нужно идти. Все, спокойной ночи. Вот такой вот у нас был денек. Поросята на месте. Все нормально, в общем. Все. Всем до свидания. Пока. Пока-пока.